знаешь что? Что, сынок? Либо это дерево срубили, либо это новое. Да нет, это, конечно, уже старое. Все, что от него осталось. Так, сегодня 8 ноября, 15-й год, Харьков. Тут целый парк вросших в сетку рабицу деревьев. В забор. Сейчас идем, сыночек. Ого! Ну, за вышкой, да? Огрызочек, обрезочек. Вместо коры крокодиловая кожа. Здесь дерево пытается отгрызть, перегрызть уголок. Закусила. Пошли, сынок. Чего, сынок? Давай пойдем. Ты заходить кушать будешь? Смотри. Да. Сколько мяса. Сколько мяса. Сколько мяса получилось. Лев? Попотом. Сколько же это лет прошло? Змея как? Хищное растение. Хищное растение. Да. Ты знаешь, есть Дианея, венерианская мухоловка. Она насекомыми питается. Растение. А это раз заборами тут питается. Папа, ты хотел сказать, вот эти такие палочки, пап. Какие? Вот эти палочки, которые... Да, ну мы же тебе палочки покупаем, а здесь забор, ты видишь. Сам себе нашел, какие палочки погрызть. Все, да, последнее. Ну, в общем-то, симбиоз, приспосабливается растение. Вряд ли это помогло забору. Ну, и дерево вряд ли польза. Ну ладно.